Здравствуйте, мои дорогие. Сейчас попробую наносить при помощи мешка. Обрежу чуть-чуть кончик и попробую нанести крем. Думаю, вот так вот. Сантиметр. Может, маленько больше отрезала. Сначала, наверное, в глубину. Прям донизу. Так вот, рядок за рядком постараюсь нанести. Так, наверное, удобнее будет. Так, я вижу. В общем, в какую сторону вам удобно, в ту и делайте. Так, рядочек за рядком. Брызгаю водкой сначала, а потом попробую ровнять. Если выравнивание не получится, прикрою сверху паутинкой, потому что это для меня очень сложно. Вот сначала так заровняю.
Знаете, как-то боюсь я, что на меня упадет. Знаете, а мне кажется, он стал отходить. Все же я подтолкнула кусочек подставки, потому что торт начал у меня шевелиться. Может, надо было больше срезать, сделать срез, чтобы он устойчивее был. Но я видела, что так тоже делают. Вот еще чуть-чуть. Знаете, так подтолкну. Так будет, думаю, лучше, на всякий случай. Что делаем, делаем, все заварится. Протираем еще раз. Все хорошенько. Сейчас он стал устойчивый. Я и так уж диаметр взяла небольшой, чтоб не был очень тяжелый.
вот таким разрезанным, не знаю, мягким шпателем пытаюсь выровнять торт. Стараюсь немножко подсогнуть, брызгаю водкой. Вот. Образуется такой как бы мягкий жиденький слой. И потихонечку выравниваю. Время от времени промываю. Главное сильно не давить. Все время протираю шпатель. Я чувствую мало влаги. Еще забрызгиваю водкой. Водка испарится. Запаха не останется. Вкуса тоже. Просто водка быстрее сохнет. Чуть-чуть пытаюсь согнуть. Знаете, я думаю, для первого раза так это неплохо получилось. Думала, будет еще хуже. Вы даже не представляете, как всего этого я боюсь. Слишком долго выравниваю, крем все же начинает, вот смотрите, как бы слегка пузыриться. Ну и здесь придется все же цветочками закрывать. Ну что ж, неудачный опыт, это тоже опыт. Что
в следующий раз знать, что надо делать. Если ничего не делать, вообще ничему не научишься. Оставлю в таком виде, иначе, боюсь, совсем испорчу. Так. Сейчас убираем все с подложки. Подальше все убираем при помощи кисточки. Кисточка – это мой друг-помощник. Ну, здесь просто салфеткой можно тереть. Сейчас отправляю эту заготовку в холодильник, а сама буду готовить крем на цветы и делать цветы. Здесь я отметила серединку шпажкой, чтобы потом не запутаться. Заготовка не изменила форму, это уже радует. Сейчас сделаю разметку под бусинки. Не буду покрывать паутинкой. Думаю, так более-менее прилично получилось. Так, шпателем делаю, чтобы здесь наметочку сделаю, потом проведу, где шпатель не получается, буду проводить шпажкой. И сейчас примерно на 3 сектора поделю. Так, где у нас? Вот здесь вот. Довольно-таки примерно. Будет вот так. И тоже с этого же мешка с отрезанным краем нанесу. Здесь особенного выравнивания и не надо. Это надо было сделать в первую очередь, конечно. Сейчас сделаю. Мастихином немножко разровняю.